Ну, народ! Что-то мы не разговариваем уже о многих вещах, о которых мы раньше говорили, как об интернациональном терроре, как о болезнях, как о гриппе, свином, кошачьем, птичьем, летучем, не знаю каком. И все, о чем мы говорим сейчас, это об Сирии. А куда девалось глобальное потепление, куда девалось глобальное похолодание, вымерзание, вымирание всяческих видов животных? Куда девалась опасность наркотиков, куда девалась опасность от алкоголя? Неужели все эти проблемы мы справили? И стабилизировалась у нас температура, и больше нет всяческих неполезных субстанций, которые девятилетние девочки и мальчики вкалывают себе в руки каждый день. Куда девался рейтинг этих вещей? У них же был такой классный рейтинг. И можно было легко сделать видео насчет глобального потепления с рисунками и всяческими клевыми вещами, которые бегали по экрану у вас на YouTube и говорили вам, какая опасность, нам надо всем бояться, всем бояться, всем. Вместо этого сейчас говорят о политике. Политика это самая интересная вещь на этом белом свете. Ой, как же скучно стало в мире, что мы разговариваем о этой херне. Серьезно, это не так уж популярно, не так уж развлекательно, как это было раньше. Почему? Почему? Что случилось? Куда девался рейтинг? Неужели люди просто выключают свои новостные каналы, свои телевизоры и не заходят на стримы всяческих других новостных источников, в которых говорят про глобальное потепление? Неужели перестали давать гранты ученым, которые хорошо наживались на этом деле каждый божий месяц? Неужели правительство всего мира сказали, нах, все эти проблемы, давайте будем заниматься более актуальными вещами? Какой козел в каком конгрессе потер себе задницу каким законом? Это интересно, это важно. Как? Вы что? По-другому быть не может. А уж я не говорю о том, что мы не говорим о реальных проблемах, которые происходят во всем мире, кроме, конечно же, нашей тут Средней Азии или Middle East, или как вы хотите называть. Уже каждая сторона называет это по-другому. И никому не интересна ваша мировая карта, на которой Америка с одной стороны, а Россия с другой стороны. Потому что каждая страна все время в середине мира. А все вокруг нее. Вот так оси. Вот так оси. И никак не по-другому. И что поделать насчет этого? Ничего. Наверное, надо поднимать рейтинг фальсифицированным документом насчет того, что есть глобальное потепление. Мы сгорим. У нас все море поднимется на 8 метров. 8 метров. Вот это должно действительно повести рейтинг обратно. Уж если это не поведет рейтинг обратно глобального потепления, я не знаю, что это сделает. Может, мое видео поможет, я не знаю. Лайкайте, сабскрайбьте и оставляйте мне комменты. Я буду рад их читать. Бай-бай.